Сегодня свой юбилей отмечает заслуженный артист России Александр Маршал, самый красивый мужчина нашей страны. И этим утром, как вы слышите, Александр гость нашей студии. Александр, доброе утро. Доброе утро, с днем рождения! Спасибо, спасибо большое. На самом деле, вы знаете, с каждым годом, чем дальше отодвигаешься от того своего совершеннолетнего как бы возраста, тем все как-то меньше хочется праздновать дни рождения. Это, в общем, очень ответственный праздник, тем более. Вы обещали устроить серьезный праздник для друзей в честь своего 60-летия. У нас все зафиксировано. Совершенно верно. Это будет сегодня большой концерт в Кремле, в котором будут участвовать порядка, в общем, 28 человек. А мы вам подарим две вещи. Во-первых, цветочки, которые вы для Спасибо. Вас уже приготовили, Александр. И селфи. Вдвоем с Александром вас так это все это поближе. Это уже не селфи получится. Все хорошо. А, класс. Ай, супер. Совсем скоро. Это сенсационная фотография появится на нашей страничке ВКонтакте. Друзья мои, посмотрите. Я хотел бы сегодня, пользуясь случаем, поздравить заодно всех тех, у кого именно сегодня день рождения. Это Наташа Глюкоза, Валя Леозов, это бас-гитарист Олега Газманова, Миша Кац. Но на самом деле мне очень приятно, что вы сегодня меня поздравляете в такую рань. Спасибо вам за это, конечно, огромное. А вот в такую рань, Александр, о чем хотелось бы петь? Вот 20 лет назад, наверное, были одни песни, сегодня такие же или другие? Если быть до конца откровенным, то ничего не хочется петь в такую рань. Но поскольку со мной гитара, с которой я никогда не расстаюсь, я сегодня хотел бы спеть песню, она как раз о том возрасте, в котором я сейчас нахожусь. Спелый ветер дохнул напористо и ушел за моря, словно жесткая полка поезда. Память моя, а вагон на стыках качается. В мареве зорь я к дороге привык и отчаиваться. Мне не резон эту ношу транзитного жителя. Выдержу я, жаль, что часто и все неожиданней. Ходят друзья, я кричу им, куда ж вы опомнитесь? Ни слова в ответ, исчезают за окнами поезда. Были и нет, только вдруг неожиданно затемно. Сдавит в груди, и пойму я, что мне обязательно надо сойти здесь на первой попавшейся станции. Время пришло, но в летящих вагонах останется и наше тепло. Прям не хочется перебивать исполнителей, но хочется, да, сказать. Александр, спасибо вам большое. Спасибо большое. Мне очень приятно. Ну что ж, дорогие друзья, у нас в гостях был заслуженный артист России Александр Маршал. Знаешь, кто самая красивая? Теперь я с Гиалуроном.